Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня приготовим домашнюю куриную колбасу. Не забудьте подписаться на канал, а также нажать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Итак, начнем. 300 грамм куриной грудки моем, обсушиваем бумажными полотенцами, нарезаем небольшими кусочками. Перекладываем курицу в чашу кухонного комбайна. Добавляем 200 грамм молока. Разбиваем одно яйцо. Добавляем 1 столовую ложку картофельного крахмала, 1 чайную ложку соли, щепотку сахара, щепотку мускатного ореха, щепотку черного молотого перца, 3 зубка чеснока, натертые на мелкой терке. Пробиваем все в кухонном комбайне около 3-4 минут. Получается однородная гладкая масса. 2 кружки объемом 300 мл смазываем растительным маслом. Выкладываем фарш в кружки, но не до самого верха, так как в процессе приготовления он сильно увеличится в объеме. Затягиваем кружки пищевой пленкой. На дно кастрюли, у меня объем кастрюли 3 литра, кладем полотенце. Ставим в кастрюлю кружки, заливаем водой примерно до середины кружек. Ставим кастрюлю на средний огонь, накрываем крышкой, доводим до кипения, снижаем огонь до минимального и готовим под крышкой около 40 минут. Домашняя куриная колбаса получается нежной, ароматной, по консистенции она чем-то напоминает суфле. На мой взгляд, это достойный вариант домашней, полностью натуральной колбасы. Попробуйте приготовить и вы. Спасибо, что посмотрели видео. Делитесь в комментариях своими впечатлениями. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И также, при желании, вы можете поддержать канал финансово. Все ссылки в описании под видео. Всего вам самого доброго!